Sayın Putin'le hem baş başa hem de heyetler arası görüşmelerimizde ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Дорогие друзья, и в составе делегации, и тет-а-тет мы встретились с дорогим другом Путиным и пообщались по многим вопросам. Bakınız biz 2008'de 38 milyar dolara kadar çıkan ikili ticaret hacmimizi dahi yeterli bulmazken geçtiğimiz yıl 24 milyar dolar düzeyine geriledik. Вот посмотрите, в 2008 году 38 миллиардов был товарооборот. Мы этим не довольствовались, а в прошлом году этот уровень упал до 24 миллиардов. Daha önce ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması gibi iddialı bir hedef belirlemiştik. Мы выбрали себе ранее очень серьезную цель в плане достижения уровня 100 тысяч миллиардов долларов товарооборота между нашими двумя странами. Biz bu hedefi yeniden gündemimize almamız gerektiğini düşünüyorum. Мы считаем, что нам нужно заново взяться за эту цель. Ticari ilişkilerimizin önündeki engellerin kaldırılması ve yeni işbirliği alanlarının devreye alınması halinde bu rakama süratle ulaşabiliriz. Если мы снимем все препятствия перед нашим торговым отношением и создадим новые области для сотрудничества, я думаю, что мы можем достигнуть эту цель. Bunun için siz değerli iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor. Поэтому серьезный вес этого груза падает на ваши плечи, дорогие наши бизнесмены. Devlet yöneticileri olarak sizlerin önündeki engelleri kaldırmak için gerekli adımları atacağımızdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Пусть никого, ни у кого из вас не будет сомнения, что мы сделаем все возможное, что в наших руках для того, чтобы ликвидировать как лидеры государства все препятствия на вашем пути в направлении достижения этой цели. Sayın Başkan'la da bu konuda hemfikiriz. Господином президентом мы договорились по этому поводу. Ve özellikle de Türkiye'nin 2002 yılından sonra gerçekleştirdiği büyük atılımlar pek çok ülkeye ilham veren bir başarı hikayesidir. Еще раз здесь хочу напомнить, что все те начинания Турции, которые были после 2002 года, стали источником, как образец для многих государств мира. 2002 yılında 230 milyar dolar olan gayri safi yurt içi hasılamızı 2015 yılında 720 milyar dolara çıkardık. ВВП в 2002 году был 238 миллиардов на этом уровне, а уже в этом году достиг отметки 720 миллиардов. Tabii şu anda Rusya ile ilişkilerimizde özellikle bir aksama gösteren Mersin Akkuyu nükleer enerji santralimizin yeniden hız kazanması büyük önem arz ediyor. Сейчас на данный момент у нас хромает немножко проект по Акую в Мерсине, но я думаю, что если мы сделаем соответствующие шаги, мы сможем добавить скорости в этой работе. Tabii bu 22 milyar dolarlık bir ciddi yatırım. Это серьезные инвестиции на уровне 22 миллиардов долларов. Ve 4500 megawattlık bir enerji gücüne sahip olmamızı sağlıyor. 4500 megawattlık enerji, это серьезное обеспечение для нас. Aynı şekilde Türk Akımı projesi şu anda atacağımız en önemli adımlardan bir tanesi. То же самое, очень серьезные шаги. Один из очень серьезных шагов является турецкий поток. Çift hat olarak bu da hayata geçecek. И это будет воплощено в жизни в виде двух веток. Savunma sanayinde atacağımız adımlar söz konusu. Имеются тоже шаги, которые мы сделаем в области оборонной промышленности. Ortak yatırım fonu kurmak için çalışacağız. Onu da bugün aramızda karara bağladık. Сегодня мы договорились о создании совместного инвестиционного фонда. Hükümetler arası karma ekonomik komisyon İş konseyi gibi yapılar aktif şekilde çalışmalarına devam edecektir. Продолжит работу межправительственные и все прочие комиссии, которые должны вести свою работу. Tabi burada misafir olduğumuz Saint Petersburg başta olmak üzere Rusya'nın diğer bütün bölgeleri de yine Türk yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor.
Здесь, естественно, и Санкт-Петербург, и многие другие города России привлекают внимание наших бизнесменов. Aynı şekilde ülkemizde de Rus müteşebbislerin ilgisini çekecek çok sayıda alan ve yer var. То же самое у нас в стране имеется очень много областей и мест, которые, я уверен, привлечут внимание российских бизнесменов. Siz kıymetli iş adamlarımızdan ekonomik ilişkilerimizin hedeflenen düzeye çıkarılmasına katkıda bulunacak projeler konusunda süratli ve somut adımlar atmanızı bekliyoruz. От вас, от бизнесменов, ждем серьезные шаги в плане создания проектов, воплощения проектов, которые несут вклад экономическому развитию между нашими двумя странами. Bu düşüncelerle şu anda aramızda olan Türk iş adamlarından Rusya'da birçok yatırımları olan firmalarımız var. И в свете этих чувств здесь хочу отметить, что имеется несколько представителей наших бизнесменов, которые имеют уже инвестиции в России, на территории Российской Федерации. İnanıyorum ki muhataplarıyla bundan sonraki sürece çok daha farklı bir şekilde yüklenecekler. Я уверен, что они найдут здесь с кем установить контакты и смогут опять расширять свои инвестиции здесь. Teşekkür ederim. Спасибо за внимание. Спасибо. Мы сегодня в ходе переговоров несколько раз возвращались к проблеме инвестиционного взаимодействия. Об этом сейчас господин президент тоже сказал. Biz bugün yaptığımız görüşmelerde birkaç defa yatırım alanında işbirliği konuları ele aldık. Sayın Müfkidaşım, Sayın Cumhurbaşkanı da bundan bahsetmiş şu anda.